Молдова является ассоциированным членом Евросоюза. Мы внедряем в свое законодательство европейские директивы. Но более всего мне понравился процесс, который происходит у нас, начиная с 2014 года. Молдавский парламент принял закон о модернизации гражданского кодекса, который основан на European DCFR, Draft Common Frame of Reference. 1 марта 2019 года этот кодекс вступил в силу, и я не боюсь сказать, что в Молдове сейчас действует один из самых прогрессивных гражданских кодексов Европы. Другой пример униформизации является нынешний проект закона об изменении законодательства об обществах, о коммерческих обществах, который взял за основу ЕМКУ, European Model Company Act. И таким образом, через униформизацию европейского законодательства Молдова получает то же самое законодательство. Таким образом, молдавские юристы имеют право применяют европейское право у нас дома в своей стране. Да, конечно, нельзя говорить, что мы параллельно применяем и изучаем иностранное право, но за последние 10 лет роль возросла намного-намного.